Николай Тысячный – ветеран Великой Отечественной войны. В прошлом – медик, фельдшер. Когда предложили сделать ремонт, разумеется, обрадовался. Несколько недель жил в санатории, а сегодня вернулся в свою квартиру и буквально ее не узнал. Папа, ты узнаешь свою квартиру, а? Красота-то какая, а? Светло! В квартире отремонтировали все. Заменили полы, привели в порядок стены, установили современную кухню, поменяли всю сантехнику, мебель и уже распаковали холодильник. Радует, конечно, что хоть на склоне лет поживу в нормальных условиях. Семья Тысячных находилась в трудной жизненной ситуации, и косметический ремонт в квартире был необходим. Сделали шикарный ремонт, мы даже не узнали квартиру. Мало того, что сделали ремонт, обставили ее всем необходимым, да, по последнему слову техники, и двухкамерный холодильник, и керамическая электроплита, душевая кабина, ну все. А телевизор тоже большой, теперь папа будет вообще наслаждаться. Всего в Сочи проживает 147 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них на особом контроле у социальных работников, которые следят за условиями проживания ветеранов. Поручение главы города Сочи КП Геродского Алексея Сергеевича звучит следующим образом. Ни один ветеран не должен остаться без внимания. Сегодня мы видим, что это внимание вылилось в ремонт квартиры. Все-таки у нас в городе есть добрые люди, которые оказывают содействие разного масштаба. В апреле ветерану Николаю Тысячному исполнится 99 лет. И ремонт в квартире – это лучший подарок ко дню рождения от администрации города. С прошлого года косметические ремонты уже сделаны в более чем 30 квартирах ветеранов в Сочи. И это не предел. Все пожелания участников войны учитываются и обязательно будут выполнены. Каждый запрос находится на контроле администрации города. Инга Габишия, телекомпания ФКТ.